вот мы добрались до островов Твинс, которые соединены между собой узкой полоской песка. Также отсюда во время отлива есть небольшая тропинка к острову Чикен. Но в настоящий момент вода высокая, поэтому пройти мы туда не можем. Народу очень много, нас сюда привезли на экскурсию. Можно покупаться, водичка, кстати, очень чистая, светленькая, классная вода. Вот такой здесь островок небольшой. Все стало национальным парком, поэтому вход сюда стоит 400 бат с человека. Раньше мы на Семиланы, когда ездили, не платили. Неделю назад ездили в национальный морской парк Самуи, тогда стоило 300 бат. Сейчас цена поднялась. Вот такой вид. Пойдем туда дальше. Посмотрим, что за этим островом находится. Камни, правда, здесь можно поранить ногу. Вот такие лодки здесь стоят. Везде. Да, очень красиво. А что там? А там все заканчивается, пляж. Начинаются скалы.